Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Роси, и мы продолжаем проходить игру под названием Mountain Blade 2 Bannerlord. В прошлом видео мы с вами остановились на том, что немножко побегали, погоняли бандитов по лесу, по полям, по лесу, где мы только за ними гонялись. Взяли задание у одного там дядьки в поселении на, так сказать, обучение опочленцев. Сейчас посмотрим, сколько мы освежим память. Значит, обученный временный ополченец у нас 3. Временных 7. Еще осталось 7 человек обучить. Это что? Завербовать пленного. Опа, грабителя, а ну-ка. Все. Видите, как он сразу цвета наши перекрасил. Еще у нас есть разбойник здесь ходит. Пока нельзя, и горец. Горец такой вот, как я в жизни, в принципе, похожий. Так, значит, сколько у нас, давайте посмотрим по заданию, сколько у нас осталось дней. Оставшееся время 16 дней. Ну, маловато. Давайте пока дальше поедем искать вражин, кого можно нахлобучить. Каких-нибудь бандюков. Вот, вижу. 8 человек разбойников. Это наш вариант. Давайте ускорим скорость. Потому что опять сейчас будем за ними гоняться 4 суток. Догнали. Вот мы их и догнали. Паразитов таких. Так, что нам нужно? Ну, конечно же, сдавайся или умри, разбойник. Я ожидал что-нибудь другого услышать. Атака. Я хочу лично присутствовать при этом. Ребятки, немножко поправил настройки графики. Сделал их поменьше. Может, это будет заметно, а может, будет не сильно заметно. Так. Давайте пока проедем, посмотрим, кто у нас тут. Пацаны, вообще-то, вилы. Не, ну так вооружены, так по последнему слову техники, я бы сказал, в принципе. Мне это очень нравится. А вон идут. Банда на нас сейчас будет мочить. Да, с меня стрелок как. Короче. Я займусь вот этими стрелками. Нормально. Я. Вы видели этот прикол? Я, получается, целюсь вправо, а стреляет он влево. Стрелок, наверное, тоже такой в жизни, как и я бы стрелял. Все, пацаны, успокойтесь, вы победили. Готово. Так, капюшон пилигрима. О, вот это я хочу себя одеть, у меня все равно ничего нет. Я просто ассасин. Вот это да. Забрать, все забрать. Отряд. Тут все готово. Что там с отрядом-то? О, временного подчленца можно до обученного. Видите, какой обученный становится. Обученный выглядит вот так. А не обученный вот так. Значит, имперских рекрутов мы можем теперь сделать или пехотинцы, или лучники. У них 10. Ну, пускай сделаем пока пару. Пока 5 пехотинцев сделаем. Вот это я понимаю уже нормальный такой мужчиночка. Грабитель. Завербовать же. Я же хочу, чтобы он был с нами вместе. Так, еще 6 человек нам нужно обучить. И, в принципе, квест будет выполнен. 15 дней, в принципе, мы, наверное, успеем. Единственное, что, наверное, надо будет вернуться поближе к поселению, где мы брали этот квест. Чтобы потом в попыхах не бегать. Типа там, батюшки, мы не успеваем. Так, давайте посмотрим журнал. Так, наниматель. Зараклис из Амикон. Ну, давайте. Этот. Амикон.
Ого. Далековато. Короче, давайте пока начнем двигаться в сторону Микона. Лучше мы немножко заранее подойдем, что у нас там, по идее, все на 19 дней, ну, нормально. 15 дней до окончания задания плюс караван. Не время нам еще пока, я считаю, грабить караваны. Во-первых, нужно будет сейчас восстановить свои, выполнить пару сюжетных заданий, я так думаю. Выполним пару сюжетных заданий, немножко рекрутируем побольше войска. Вот Амикон. Почитаем, что здесь вообще происходит в плане, кто там за кого, кто с кем, кому лучше нам примкнуть. Горные разбойники, 4 человека. Поехали. Ускоряемся. Догнал. Так, что вам от меня нужно? Сдавайся или умри, конечно же. Сейчас вы, ребята, опять будете наблюдать за моим умением стрельбы из лука. Кстати, я поднял уровень, нужно будет сейчас посмотреть, что-то можно будет прокачать. Да, вот мне теперь нравится, как я выгляжу. Вот такой у меня балагоне. Ой, балагоне. Балахоне как ассасин. Да что такое? Ты упор, блин, промахнулся. Так меня и забить они могут просто. Я просто хочу максимально своего Ибрагимчика качнуть. Все. Я, в принципе, убил троих, и мои хлопцы забили одного. Вот так вот. Так, 10% жизнь у меня осталось. Личный плюс 2, максимальночка здоровья, хорошо. Так, разбойника забираем. Будет пока ходить с нами. Это тоже все забираем. Кстати, я бы мяско скушал. Товары. Ага, правая кнопка, там открываем энциклопедию, но не нужно, я думаю, пока. Фракция Роли Гейм Онлайн, обратите внимание. Потому что это самая серьезная фракция в жизни. Так. Ибрагим получил 1 очко опыта за управление. Сейчас 16. Отряд. Разбойник хочет, наверное, к нам присоединиться. Ну да. Пускай он опытный. 3-й уровень у него все-таки. Я считаю, это неплохо. Так. Ой. Блин. Не подтвердил. Вот это плохая черта. Хотя... А все, он перешел. Так, персонаж. Значит, мы можем изучить. Урон одноручного оружия увеличен. Экстра хп по тречкам. Так. Далее. Далее ничего не могу. Очень жаль, очень жаль. Навыки. Вы зарабатываете очки персонажа. За повышение уровня вы получаете 1 очко за каждый заработанный уровень. То есть я сейчас, по идее, могу прокачать, да? Но так как я вот по жизни лучники смотрю, я бы тогда прокачал. Здесь что-то я могу прокачать, нет? Очки фокуса. Очки текущего количества. Ага. Вот я потратил. Я теперь могу. Не, еще нифига здесь не могу, да? Хорошо, давайте еще. Вот это я, получается, повышаю максимально этот. Но я так не хочу тратить. Я так тратить не хочу. 3. Так, одноручная, двуручная. Как вы учитесь? Сражаетесь с копьем или подобным другом? Понятно. Это, чтобы качать данную шкалу, нужно
Вот с лука я молодец, видите, у меня 23 пока. Стрелять его врагу с помощью лука и стрел, совершайте сложные выстрелы с большой дистанции. Верховая езда, я и так молодец, могу прокачать энергичный. Плюс 6 к здоровью лошади. Не вижу смысла пока. Медицина. Помогите улучшить зерных солдат. Управление повышайте. Нет. Торговцы. Лидерство. Так, ладно, давайте пока значит здесь. Урон от наручного оружия. 100% поднимем. Это гарантия. Здесь, наверное, в лук. На одну пока поднимем. Метательная ковка, верховая езда. Ну, давайте энергичную лошадь возьмем, чтобы она была у нас более лучше. Нет, обратненько. Так, обаяние ничего не будем делать. Плутовство. Одноручный. Дальше что? Налетчик. Скорость атаки одноручным оружием возрастает на 4%. Предел обучения. Сила, ускорение навыков. Ладно, пока короче, все качнем в силу. Шучу, не будем. Только лошадку пока. Там немножко подкачаем уровень, разберемся. Пока, я думаю, нам и так хватит. Боевой дух отряда. Разнообразие плюс один. Личный один. Так вот, сейчас немножко повыполняем задания сюжетные, соберем себе армию и потом уже начнем грабить какие-нибудь караваны, начнем заниматься всякими непристойными делами. Пока я еле, в принципе, еле еще убиваю этих разбойников, и то благо, что кучки по три штуки, по три, по четыре человека. О, сейчас мы с этими разберемся. Сначала разберемся с этими разбойниками, потом с теми семь еще человек бегает. Так, нужно быть очень аккуратным, потому что у нас меньше половины хп. В атаку. Давайте, пацаны, мы должны качаться. Ладно, это я просто как вольный лучник, Робин Гуд, скажем так. Пытаюсь настреливать с лука. У меня это не очень получается, конечно, ну ладно. Ну все, пацаны, молодцы. О, зерно. Это хорошо. Зерно нам пригодится. Так, теперь вы. Ежедневная смета 32 золотых. Догнал. Сдавайся, иди умри. Атака. Жалко, конечно, что сейчас 10 человек у нас заберут. И наша пиздобратья, извиняюсь, немножко упадет. Ага, видите, чем дольше лук натягиваешь, тем не такие точные удары получаются. Ну, точнее, не так легко целиться. Как бы все. У нас потери есть? Нет, у нас потери нету. Двух грабителей. Ну, заберем. Может, потом получится у них немножко. О, временный ополченец. Так, еще 5 осталось. Еще 5. Надо потом заехать в какой-то город попродавать все эти припасы, которые я подобывал.
у нас по заданию 12 дней. В смысле тренированные солдаты 3 из 10. Вы чего? Вы чего это? Ну вот же их 5. Что-то не нравится, не могу понять. Наоборот, вроде все идет по плану. Так, вот я видел здесь, так бандиты неплохо водятся в этой области. Там же у них где-то было логово, кстати, может стоит в него пойти посмотреть. Опа, солнце вышло. Из-за тучки все бомжи собрались в тучки. Ой, в кучке, блин. Так. О, мне показалось, я тут в лесу кто-то был. Как же, блин, медленно он... А, вон хорные разбойники, 4 человека. Ну, давайте. Фиг его знает. Что за укрытие, мне интересно. Надо будет посмотреть, что там за укрытие. Еще вон три коллеги бегают. Горные разбойники. О! Смотрите, там так нормально. А ты кто? На лошадях. Слушайте, нормальное движение здесь. Так, ладно, у меня 72%. Я думаю, в принципе, уже можно идти им попробовать вальнуть. А эти ребята друг за другом гоняются, походу. Все, вот это я сейчас понимаю. Мы позабавимся немножко. Укрытие, да? Где мне тут с вами разобраться? А, вот оно. Давайте пойдем в укрытие. Как раз ночь. Так, проходя по склонам гор, вы увидите уступ, увенчанный остатками древнего замка. Вы увидите, как вокруг движутся вооруженные люди. Когда вы прислушиваетесь, вы слышите обрывки разговоров о набегах, выкупах и лучших местах для подстрекания путешественников. Атака. Мы появились. Вон первые ребятки у нас будут. В атаку, пацаны. Короче, они как-то так побежали. Следуйте за мной лучше, ребята. Где мой меч? Так. Тут что-то есть интересное. Можно что-то подобрать? А, нельзя. Ну ладно. Ух ты. Камень прямо над головой пролетел. Или топоры. Конечно, сейчас у меня потери могут быть большие, моих пацанов. Но ничего. Пока мы успешно идем в атаку. Кстати, людей-то реально меньше стало, намного меньше. Может, не все пошли? Наверное, не все просто пошли в атаку, поэтому тут меньше людей, мне кажется. Чего-чего было? Надеть? Восточный джавелин, ну давайте. Понятно, это типа тоже как метательные копья, скажем так. Ну подождите, пацаны, дайте мне хоть в кого-то кинуть что-нибудь. Я фиг его знает.
Вот так вот. В жопу ему. Вот так вот, пацаны. Но Горец убил имперского рекрута. Ну то ладно. Если так убил, то... Ну, главное, чтобы не все эти умерли. Квестовая. Все? Да. А нет, а вот идет главарь. Вот на это я не рассчитывал, ребятки. Это ты перерезал кучу моих людей, черт бы тебя побрал. Как насчет того, чтобы решить этот вопрос один на один? Хорошо. Во-во-во-во-во-во-во-во! Ты чё? Чё это было вообще? Я в шоке, если честно. Я был к этому не готов. Во-первых, я думал, как бы мы, ну, как... Я... Фиг его знает. Подождите. Я хочу загрузиться. Автосейв, пожалуйста. Мне это очень не понравилось, ребятки. Я не понял, что это было, если честно. Во-первых, почему он сразу на меня напал? А как же, типа, джентльменские принципы? Типа, там, разойдемся на 10 шагов, достанем мечи. А он что-то меня порубал просто как сосиску. Ну, понятно. Да. Но я остался живой. Кто у меня тут остался? Временная полученец. Обученный 6. Ну, в принципе, особо никто не умер, но пиздюлину мне дали знатную. Ну, вы знаете, я вернусь, я обязательно к нему вернусь, и мы потом с ним разберемся. Я просто считаю, ни хрена не понял, как он меня так порубил. Знаете, осадок остался. Что по заданиям? Следуйте, возьмите свой клан. Текущий размер отряда 20. Спутник нанят. Динар надо свой 2000. Понятно. Ну тут, да, тут ясно. Самый простой способ атаковать слабые отряды. Так, потусим здесь. 16 дней еще. Потусим возле логова. Здесь нормально пацанов у тебя бегало. А вон драка какая-то происходит, вот посмотрите. Кто кто? Крестьяне. Вон горные разбойники. Поехали. Догоним их, может быть. Смотрите, как прекрасно, смотрите, как мы гоним просто по лесам. Догнал, наконец-то. Kill them all! Короче, я понял, что с луком мне надо меньше выпендриваться. Надо брать меч и просто учиться драться с мечом, прокачивать. Чтобы вот такие вот случаи, как только что произошли, не повторились больше. Угу.
по-моему, еще двоих можно поднять. Три осталось. Возвращаемся обратно. Блин, то, что 500 копеек, конечно, у меня осталось, это хрень. А давайте вот в Коране себе попробуем поторговать. Нет, прежде чем торговать, нужно глянуть, что тут вообще. Нет, вот инвентарь. Так, тут у меня куча всего, куча. Наручей у меня никаких нет, а что, я ничего не находил разве? Вот, усиленные наручи, есть же такие. Вот так, переоденемся. Это что, плащ? Ну, плаща я здесь не вижу. Оружие ближнего боя. Железная спата. Угу. А где у меня здесь где-то были мечи? А, фальшион. Так, значит, что, вес фальшиона будет потяжелее. Скорость взмаха этот побыстрее, режущий получше, величина ускорения, урон, сложность владения 100. Давайте фальшивого попробуем, может, одеть. Может, он лучше будет. Так, и... А щита у меня никакого нет, да? А есть еще у меня головной убор горца. Броня для головы 4, а сейчас 3. Ну, капюшон, пригрим, это понятно, на каком будет. Блин, ну эта горица мне так не нравится, если честно. Пускай будет пока пилигрима броня. Как-то она так. Не сильно камильфо. Так, подвернутые туфли. Нет, не подходит. Кожаная обувь не подходит. Шипованная меховая броня. Вес поменьше. Броня. Броня для рук лучше. Но для туловища похуже. Клепанная. Броня у меня лучше одета. Прочный гамбинезон. У меня лучше, лучше. Рубашка плебея, мягкая одежда без рукавов. Разорванная одежда. Нет, ничего такого нету. Может еще взять себе вот так вот. Вот такую штуку-дрюку. Забыл, надо будет пехотинца. Ну, пока так посмотрим. Все, а все остальное можно, думаю, продать. Она нам не надо. Опа. А ну, выйди из вице разбийник. А к вам я вернусь. Там, наверное, просто, ребята, был слишком большого уровня. Так, сдавайся или умри, разбийник. Че ждем, вперед? Копье свое только достану, знаете, так вот, чтобы угрожать. Чу! Ух ты, еще двумя руками. Вот это он может мочить эффектно, конечно. 33 секунды и победил всех. Забираем грабителей, потом их обучим чему-нибудь. Собираю всю эту грязь, собираю. Смогу ли я продать? Так, купить товары. А если хочу продать вам товары? Ну, к примеру, подвернутые туфли хочу продать. Можно? О, да. Это как раз я считаю, что я продаю то, что селянам, ну, нужно. То есть комбинезоны разные, рубашки,
Я понимаю, что им не надо, к примеру, этот. Им не нужно оружие. Не так нужно, к примеру, остро. Можно сразу все. Запереть, чтобы не продать. Ловко. А вот так вот, если я буду делать, так лучше будет. Но все-таки копейки, конечно, стоят. Восточный джевелин, копье с наконечником. Вилы точно продам. Деревянный молот. Северный, западный, железно. Копье, может, у меня... А, оно в один, что ли, да? Ну да, наш у меня и осталось одето. Тупанул. Так, а вот у вас я хочу взять... Значит, сыра. Три штуки. Масло сливочного хочу взять. И зерна еще. Вот так. Готово. Месяц познания, но имеет задание нейтральный. Потом вот еще этого можно будет взять. Че? А, отряд Ибрагима. Понятно. Уйти. Так. А что теперь у нас там? Недавно личный боевой дух. Потребляется в день 1.25, у меня 25.5, нормально. Так, до конца миссии сколько там у нас осталось? 8 дней. У вас есть 8 дней. Так, кто-то не хочет присоединиться к моей великой армии, нет? А нет, вот ребята хотят, двое. И это тоже давно пора поменять штаны с белых на красные. Имперский рекрут. 4 человека, да? Готовы. Ну, будете лучниками. Будете лучниками. Итого у меня получилось пехотинцев 4. Имперских лучников 4. Ну, горец-то понятно, это грабитель. Кстати, грабитель потом до кого может? Лучше до имперский пехотинец. А, ну понятно, короче, ближний, потом ближних и можно будет улучшать со временем. Если он, конечно, выживет. Но, учитывая последние события, как я сам отгреб. А что, я не подтвердил, что ли, нет? Лучник. Готово. И этих я не забрал, получается. Ну да. Денег-то подмутил немножко на продаже рубашек. Я такой именно модный кутюрье, который продает модные рубашки. Ладно, наверное, оставим выполнение этого задания в следующее видео, потому что, думаю, так уже видео затянулось по времени. Никто его до этого момента, наверное, не досмотрит. Ну, в любом случае, ребятки, с вами был Росси. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до скорых встреч. Ну и дизлайки, конечно, не забудьте поставить. Всем пока.